Итак, сегодня у нас распаковка. Мы будем распаковывать вот эти вот капсулы. Это мой трофей, скажу честно. Я вчера была в гостях у травника, и он выдал мне целый пакет всяких штук на пробу. Вот. Он говорит, давай я тебе дам женские капсулы. Я говорю, мистер Самай, у меня все хорошо с женской частью. У вас есть что-нибудь для нервной системы? То у меня в последнее время много стрессов. Он говорит, так это женские капсулы. Здесь, говорит, есть травы, которые в целом от всего. Вот, здесь вот в составе написаны основные травы, но мне показывал сертификационный документ GMP, и там был указан список из 37 трав. Вот, то есть вот это вот то, что есть, это только часть, потому что дальше волшебное слово and over. Если вот на тайских травах написано and over, значит там гораздо больше, чем те травы, которые есть в составе. Может быть одна травка, может быть две травки. Может быть целых 30, как в этом случае, да? Вот так выглядят эти капсулы. Коробочка. Здесь логотип компании, которая выпускает эти капсулы. Сейчас мы ее вскроем. А здесь внутри стеклянная баночка. Вот с красивой такой этикеткой. Вот, открываем. Избавляемся от шуршащей этикетки. Второй слой защиты. Пока до этих капсул доберешься, то есть, чтобы открыть банку, надо сначала отодрать вот эту штуку. Что-то плохо она отдирается. Что-то у меня пошло не так. Ага, здесь двойная, то есть первый слой пошел, теперь второй. Теперь открываем. Здесь специальный поролоновый пуфик, чтобы убирать лишнюю влагу. И тут ароматные тайские капсулы. Вот такого вот размера. Но он мне рекомендовал на нервную систему пить по одной капсуле в день. Вот, плюс я сейчас пью также тоник, который он мне также презентовал. Вот, так что будем пробовать, о результатах расскажу.